В XVIII веке Сибирский тракт был единственной дорогой жизни. Он соединял отдаленные окраины севера с российским государством. На огромных расстояниях на протяжении 15-20 верст стояли ямы, почтовые станции. А ямщики, запрягая лошадей, под звон бубенцов гоняли почту и возили служилых людей. И сегодня у нас есть уникальная возможность проехать по следам государевых ямщиков. Ну что, поехали! Из истории становления Сибирского тракта. Петр I, понимая, что связь является делом государственной важности, в 1698 году издал указ о создании Сибирского тракта. Это был сухопутный маршрут от центра России к границам Китая через всю Сибирь. Задолго до организации почтовых станций расстояние от Витима до Якутска, что составляет более 1000 километров, посыльные экспедиционные преодолевали героическими усилиями. Меняли лошадей только в одном месте – в Алекминском остроге. Поэтому на перевозку почты и грузов уходили месяцы. Ты, Беринг. Надо положить достоверный путь к нашим землям. Вот идут люди, посланные Петром Великим, определить края России. Впереди Тверь, Казань, Урал, Сибирь. Намечены в тайге деревья, которые пойдут на верстовые столбы и корабельные мачты. Огромную роль в развитии и восстановлении вот Якутского тракта сыграла первая камчатская экспедиция Витуса Йоханнесена Беринга. По возвращении в Санкт-Петербург предоставил императрице Анне Иоанновне такой краткий доклад, ну, где обозначил вот необходимость устройства дорог северо-восточной Сибири. В 1732 году была организована вторая камчатская экспедиция, которая должна была достигнуть до побережья Охотского моря, и поэтому появилась необходимость восстановления связи между Иркутском и Витимом, такое постоянное почтовое сообщение. И вот настал тот день, когда в 1743 году по поручению Якутской воеводской канцелярии служилому Захару Баишеву было дано предписание проложить тракт между Витимской слободой и Якутском. На этом участке было установлено 28 верстовых столбов и открыты почтовые станции. И нем и глух, а счет знает, говорили о верстовых столбах, которые указывают расстояние. В обиходе местного населения появилось слово «ям», что с тюркского означает «поселение на почтовом тракте», а людей, перевозивших почту, нарекли ямщиками. Первые годы снабжать станции лошадьми, необходимым продовольствием, следить за состоянием дороги возложили на представителей местного общества. Но для якутов это занятие было настолько обременительным, что зачастую вызывало у них бурное недовольство. В 1770 году иркутский губернатор Адам Иванович Бриль, конечно, заведомо императрицы Екатерины, решил снять ямскую повинность якутов и переложить ее на русских поселенцев. А русские поселенцы в течение 2 лет туда не завозились, и поэтому решено было уже в 1781 году якутской канцелярии возложить всю ответственность на каторжных и ссыльнопоселенцев. Их снабжение все шло через казну. В конце-то концов они их, как говорится, перевели опять же обратно на якутов. В то же время вот эти самые ссыльнопоселенцы и каторжные, они не уходили оттуда, селились там, обосновались там. И поэтому на месте вот этих станций начали возникать большие поселения, большие села.
прошло 275 лет, а потомки государевых ямщиков продолжают жить на обретенной родине своих предков. Для возрождения исторического и культурного наследия старинного пути по Иркутско-Якутскому почтовому тракту летом прошлого года была организована научно-исследовательская этнокультурная экспедиция. В первый же день приезда в Иркутск они окунулись в атмосферу давно минувших дней. В архитектурно-этнографическом музее Тальцы собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья, начиная с 17 века. Спасская проезжая башня Илимского острога 1667 года постройки входит в десятку редких мировых памятников, сохранившихся до наших дней. Начало пути нашего уникального проекта по следам государевых ямщиков. Сегодня с утра мы приняли старт со старинного здания Иркутской городовой почты, которая была построена в 1799 году. Всего у нас предстоит проехать нашей экспедиции 2766 километров до города Якутска. И нас ожидают по дороге интересные события. Вот вам гости дорогие от нашего Хомутовского муниципального образования. Вот именно та дорога, по которой вы на сегодняшний день едете, это и есть Якутский тракт. Это не Жигаловский, не Качугский, хотя эта дорога вот ведет в этом направлении на север нашей Иркутской области. Но с давних времен эта дорога называется именно Якутский тракт. В наше время Якутский тракт представляет собой современную автомобильную магистраль. Что отрадно, в Иркутской области вдоль этой трассы сохранены практически все села, бывшие некогда почтовыми станциями. Почтовый тракт проходил и по территории Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, образованного в 1937 году. А ныне этот округ имеет особый статус в составе Иркутской области. И вот Байкал делит нас, бурят, на восточный, где Республика Бурятия со столицей Улан-Удэ. За Байкальском крае есть Агинский Бурятский округ, а мы, Усть-Ордынский Бурятский округ, западные буряты. Или в шутку говорят, иркутские буряты. И вот, знаете, у нас религии разные. У них буддизм, у нас шаманизм. Мы сохранили до сих пор. На территории Баяндаевского района, где проходила шестая по счету почтовая станция, члены экспедиции остановились в так называемом Ангара-Енисейском водоразделе. Здесь установлен памятный знак. Все реки, которые текут направо, они все текут сегодня в реку Лена. А все реки, которые начинают свой исток с другой стороны нашего высокогорья, они текут в Ангару. Сегодня это место очень символично. Люди, проезжающие в сторону Качуга, они все здесь останавливаются, отдают дань тому, что вот есть такая природная интересная точка, когда разные реки начинают свое течение именно в этом месте. На верховьях Лены в 17 веке друг за другом появились зимовья и остроги, которые стали опорными пунктами для будущего Иркутско-Якутского почтового тракта.
Старожилы этих мест еще помнят все, что было связано с Ямщицкой слободой и Якутским трактом. Обычно ямщики шли зимой. Большие обозы шли. Самый маленький обоз шел, 24 коня запряженных было. И стояли лично у нас дома. Изба у нас была большая, спали все так подряд, по полу. Но иногда и я вот такая была, тоже с ним вместе спала. Под шубой было интересно спать. Мы живем на отцовской земле. Качугский район в былые времена относился к Верхоленскому уезду. Здесь сохранилось свыше 300 памятников истории, культуры и архитектуры. И среди них в селе Анга – дом, где родился святитель Иннокентий Вениаминов. Дом-музей посещал часто Валентин Григорьевич Распутин. И когда он приходил в домик, он всегда сядет на, вот, на этот сундук, посидит, и вроде это, бревном притронется. Вот всегда вот здесь это было любимое место Валентина Григорьевича Распутина. Во-первых, я первый раз путешествую в верховьях Лены. Раньше я выше Усть-Кута никогда не была. И поэтому для меня, конечно, это очень интересно увидеть, как здесь живут, какие здесь особенности быта, особенности архитектуры. Ну, на сегодняшний день интересным, самым замечательным местом для меня это было, конечно, село Анга. Не только потому, что оно имеет большое историческое значение, потому что там сохранилось очень много старинных построек, целые хозяйственные комплексы. Верховье Лены, Шишкинские Писаницы – это одно из самых посещаемых мест. По счастливому стечению обстоятельств членов экспедиции в качестве гида сопровождал наш земляк из города Мирного. В Верхоленске был станок, значит, была конюшня, замена лошадей. И это место сохранилось, но там нету строений. Строения все эти уже утрачены. А почтовое отделение сожгли где-то лет 7 назад. Ну, спалили нечаянно или нарочно, или не знаю. Поэтому остов есть, а рядом двор, где находилась станция. Ну, вообще все такие места не намолены. Вот, здесь есть аура какая-то особенная, когда человек раскрепощается, а тем более вдали от шума, от города, от всей этой суеты. Здесь есть возможность поразмышлять над смыслом жизни. Почтовый тракт в буквальном смысле был дорогой жизни, а истории человеческих судеб переплетались так, что память не в силах забыть то, что пришлось пережить в военное время. Жительница поселка Качук Любовь Николаевна поведала историю, когда от голода их спасла якутская семья из Вилюйского улуса. Так сложилось в жизни, что вот дед, который нас кормил, Иннокентий, он заболел очень. И якуты написали нам письмо и попросили помощи, чтобы мы его приняли в больницу. Мы его приняли, а мы, вот ребятишки, я, сестра и брат, мы вообще вот в нем души не чаяли. Судьба распорядилась по-своему, и дед Иннокентий покинул этот мир вдали от родины. А мама говорила, он заслужил наших слез.
И пускай Боже хранит их, чтобы мир и согласие, здоровье и благополучие было в каждой русской семье. Безусловно, мы должны помнить старину, мы должны возрождать ту культуру и передавать ее нашим детям. Поэтому посещение этой экспедиции по следам государевых ямщиков внесло, наверное, большую отправную точку и в жизни нашего района, потому что мы этой идеей насытились, нам предложили установить столбы, нам предложили проект, и мы, безусловно, это сделаем. Наша экспедиция, преодолев сухопутный путь 400 километров от города Иркутска, продолжаем наш, значит, водный путь. Здесь 200-300 лет назад была Жигаловская пристань, где накапливались груза, чтобы после ледохода водным путем их доставить до нашей Якутской области, до Средней Лены, по почтовым станциям, до города Якутска. Поэтому мы повторяем уникальный путь наших предков, государевых ямщиков. Следуя по почтовому тракту, члены экспедиции увидели воочию отживающие свой век старинные села приленских ямщиков. В Усть-Илгинской станции возвышался храм, некогда служивший местом покаяния. Храм Адигитриевской иконы Божией Матери освящен 14 ноября 1804 года. По сведениям сотрудников кафедры реставрации архитектурного факультета Иркутского государственного научно-исследовательского технического университета, старейший храм за Уралом в деревянном исполнении. Видите, бревна какие? Все как один в один до сантиметра. И 215 лет, а бревна аж звенят в таком состоянии. Путешествие по Ленской долине оказалось богато не только историческим прошлым, но и возрождающимся настоящим. В селе Сурово благотворителями восстановлена церковь Михаила Архангела 1908 года постройки. Почта идет, почта ветхобая, да пятнетов не везет, марта голубая. Почта бежит, кони подкатились, где мои 17 лет назад воротились. Зимой всегда идет две пары с Жигановой и две пары с Искута. Каждый день это, всякие груза почты, какую пушнину, все это шло по почте. Задерживать нисколько почту нельзя было. Но дорога зимой была всегда уделана. На лошадях провезут клин. 12 лошадей. Клин большой сделан из лишней. Вот везут. Сама милого любила, сама буду целовать. Это что же за садок? Сад зелененький такой. Это что же за мальчонка, развеселенький такой. Отходим от села Орлинги, которое славится своей рыбалкой, охотой, охотниками. В прошлом году
один охотник добыл здесь 340 соболей. Это 26-я по счету станция. До Якутска остается ровно 100. Усть-Кут – это по ямщицким меркам 33-й почтовый станок. Острог был заложен в 1631 году. Через него проходили все северные экспедиции, а также собирали суда для командора Витуса Беринга. В настоящее время это основной транспортный узел с железнодорожной станцией Лена и речным портом Осетрово. Наша экспедиция по следам государевых ямщиков выехала с Усть-Кута на Киренск. Расстояние 300 километров на Полесье. Но до Киренска у нас еще 10 почтовых станций должны сегодня проехать. Город Киренск до сих пор сохраняет свое самобытное лицо. Старинные купеческие дома и улочки, музейные экспонаты – все дышит историей. Киренский острог был сооружен в 1631 году. Назван в честь реки Киринги, что с севенкийского означает «орлиное гнездо». В бывшей 47-й по счету почтовой станции Алексеевская произошло знакомство с 90-летним Николаем Николаевичем Развожаевым. По его рассказу, долгожительство в Сибири не имеет предела. Яркий тому пример – его дед, который прожил до 125 лет. Николай Николаевич прекрасно помнит, как в подростковом возрасте гонял почту. Если так вот, как сейчас почта ходит, то раньше на лошадях ее гоняли, она быстрее доходила до нас. Она доходила быстрее. От станка до станка, от деревни до деревни. Лошади хорошие были всегда, отбирали лучших лошадей, чтобы они быстро бегали и ходили быстро, чтобы... Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты. А мы уезжаем до дому, до хаты. До дому, до хаты. Здоровья вам, здоровья. И вам всем тоже здоровья. Между бывшими станциями Дарьинская и Ичерская на берегу села Давыдово состоялась еще одна встреча. Владимир Владимирович Трачук – бывший горный инженер, работавший в поселке Батагай Верхоянского района. В начале 90-х годов он перебрался в Киренск и на заброшенных землях совхоза организовал образцовое фермерское хозяйство и лесоперерабатывающее производство. Подобное явление – неожиданный поворот в новейшей истории. На одной из последних сел Киренского района членов экспедиции ждал еще один приятный сюрприз. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православные экспедиции Братской и Киренской епархии совершали уникальную миссию. Останавливаясь в селах и городах Иркутской области, проводили обряд благословения и прикосновения к мощам епископа Иркутского Иннокентия Кульчицкого, именем которого был наречен святитель Иннокентий Вениаминов. Экспедиция по следам государевых ямщиков на разных видах транспорта проехала по 63 почтовым станциям Иркутской области. Этот путь занял 7 дней. А каково же было одолеть такие расстояния во времена почтовой гоньбы? Американский журналист Джордж Кеннон «Путешествие по Сибири» во второй половине 19 века писал. «Вся империя покрыта сетью почтовых дорог. На всем пути вас будут ждать лошади, олени, собаки, готовые вести вас день и ночь к месту вашего назначения». Документальный сериал об истории развития Иркутско-Якутского почтового тракта и о потомках приленских ямщиков продолжается. Поехали!